Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Очень много подписчиков, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая рубрика «Аниматроники гоняются за нами». Но будем не просто убегать, а убегать на транспорте. Надеюсь, вам понравится, поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ну а мы будем начинать. Пацаны, пока не разъезжайтесь, все с одной точки. Я сейчас их поставлю очень много. Вы уже стойте там, потому что и сядьте за руль, потому что они очень быстро к нам добегут. Это будет, не знаю, как получится. Но мы проверяли, что вот эти аниматроники, они убивают нас, когда мы за рулем. Все, пацаны, они уже бегут к нам. Если будет сильно слабо, я еще поставлю парочку штук. Так, давайте их немножко разребем. Мужики, мы тут. Что-то они с горки... А, они сейчас спустятся и резко побегут. Кто-то мне из подписчиков сделал белый трактор. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, все отлично, но они очень слабо как-то бегают. Что-то они буксуют на месте и не идут к нам. Я еще, знаете, что приготовил? Я еще поставил сейчас очень много бенди. Хорошо. Давайте их тут поставим. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, газуй. Все, вот так уже веселее. Вот так уже лучше. По всей карте побежали. Что-то они сверху вниз хорошо идут. Вот, это мне уже нравится. Сколько? Так, еще заходят люди. Отличненько. Чем больше нас будет, тем веселее. Есть у меня еще загашники бенди. Сейчас чувствую, буду бенди ставить. Что-то очень слабо. Ладно, пацаны, неожиданно, нежданно. Что-то плохо они бегают. Удаляем. Удаляем. Хорошо, давайте я бенди поставлю. Сейчас будет бенди с топором. Вот сейчас будет вообще прям сильно. Так, где у нас тут бенди с топором? Он гасит всех. Ему все равно, он везде может пройти. Ой, я прям много-много-много-много поставлю. Или что, быстрее к трактору, быстрее. Эй, кто мой трактор угнал? А вот мой трактор. Давай, Димка. Они приближаются. Они идут толпой. Так, они за кем-то идут. А что, за мной, что ли, все? Эй, вот еще один, смотрите. Бенди вышивает. Ой, Балди, как и я. Эй, они все за мной. А, я вижу и за пацанами. Так, я вижу, у нас уже тут... Прям целая толпа. Себя б не загнать в угол. Как-то сильно просто. Я знаю, кого мы еще потом поставим. Есть у нас быстрые аниматроники. Да, очень медленно они ходят. Я думал, они будут быстрее ходить. Давайте, давайте, за мной все. А где другие пацаны? Че они? А-а-а! Умный сильно, да? Сейчас мы к тебе заедем. Думаешь, просто так все, да? Нет, я не успею. Я не успею. Быстрее, я еду за одним ходом. Эй! Нет, 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 блин. Убили. Да, я сам себя загнал в угол. Так, они за мной бегут? Нет, они не за мной. Вот ходит челик. Так, давайте его в воду заманим. Нет, он не идет за мной. Так, катаемся дальше. То как-то тупо я слился, конечно, но мне нравится. Наверное, надо еще добавить кого-то. Пусть они ходят, мы сейчас еще добавим. Все равно меня никто не тревожит. Пацаны, добавляю еще. Это будет сильно, конечно. А кто у нас еще есть тут такой быстрый? Нет, слизняк галимый. Этот музыку вроде издает. Да. Эй, ты что, за мной, что ли, мужик? Да-да-да, он за мной идет. Отвали. Отвали, блин, я не могу за трактор сесть, что такое? Так, давайте его сюда скинем, он пока обойдет, я успею сесть. Не, все-таки давайте добавим, хочется, чтобы было веселее. О, это кто у нас? А, это обычные добрые. О, давайте еще добавим вот этих. Во-во-во-во-во. Ребята, это вообще уже эпик начинается. Так, застрял. Садись, трактор. Заводи быстрее, они сзади. Валим. Я думал, они с Бенди дерутся между собой. Или они так на Бенди нападают? Ого, черный какой злодей. Убили подписчика, я вижу. Вали, охранник, вали. Они сзади все. Ого, и здесь толпа. Может, надо было медленнее машины нам взять? Но было вообще очень медленно. На тракторах пойдет. У всех равные силы, энергии, чуть не сказал. Все четко. Так, ну как-то маловато, мне кажется, надо еще добавлять. Тут вообще застрял в тракторе. Может, трактор удалить? Давайте попробуем удалить трактор. Во, все, освободил еще двоих. Отлично.
Едут, едут. Че бегут? А пацаны едут. Нормально, разъезжаемся. 6 человек, все живые. Не, ну умерло пару человек, я тоже, конечно, умер. Мне кажется, слабо. Надо еще поставить. Этот вообще ходит, никого не мочит. Сейчас меня захочет убить. Давай, шлифуй назад, быстрей. Задним ходом от них вообще не уедешь никак. Хорошо, давайте еще поставим. Давайте подудалим. Сейчас, ребята, я удалю парочку штук. И мы поставим еще. Вот давайте еще он там вижу. Ого, вот это я псих. Зачем я так много их наставил? Так, давайте поставим. Вот это, подожди, вот эти быстро бегают челики. Во! Вот это, пацаны, они быстро бегают. О, теперь шансов будет мало очень. Давайте прям по всей карте. По всей. Воу, прикольные звуки издают. Быстрее, за трактор газуй! Они меня не убивают, что ли? Они звуки издают, но не убивают? Ай, хорошо, удаляем их тоже. А, еще не все паки могут убивать, когда ты за рулем. Я не знал этого. А еще. Еще. Все. Хорошо. Не знал. Будем знать. А вот Чика, я точно знаю, что убивает всех. Блин, она медленная очень. Очень медленная Чика. Надо кого-то очень быстрого найти. Бонька быстрее бегает. Тоже медленно. Хорошо. Давайте тогда сделаем апокалипсис Golden Freddy. Конечно, это не с этого пака. Надо с... Вот с этого пака они мочат точно. Пацаны, я буду ставить, пока мне не будет FPS падать. Когда у меня FPS будет падать, тогда я прекращу их ставить. Но будет очень много и по всей карте. Я так сделаю, что никто нигде не убежит. Это будет сильно. Я не знаю, конечно, как я уеду на машине своей. Так, 59. Нет, еще можно ставить еще. Мало. Во, 40. 40 FPS. В принципе, этого достаточно. Давайте, наверное, трактор как-то быстренько сядем. Ах ты, блин, я дернул. Вот это я испугался. Эй, мой трактор. Отдай. Будут пацаны отсюда ехать. Ну что, начинаем выживать. Вот эта толпа. Вот так я и хотел. Чтоб вообще сильно было. Эй, кто будет физганом трогать за баню? Так нечестно. Тут уже столы стоят. Я вообще планировал взять карту, ребята, Биг Сити. Но там команда на бег не работает. Просто вылетает на рабочий стол. Не знаю, как исправить. Так. Что-то они прям толпой сбиваются и начинают гонять за нами. Давайте удалим парочку, чтобы ППС не проседал так сильно. А то я прям чересчур, я вижу, много поставил. Во. Вот так получше будет. Ой. За мной кто-то гонится. Эй, пацаны, я тут. Еще и Бенди. Не догоните. Еще подудалили. Так. Этот вообще застрял. Мужик, мы тут. Так, пацаны, надо как-то это решать. Так, никого нету. Эй, ты их сюда гонишь. Этот вообще застрял. Они за мной бегут. В следующий раз просто, может, без машин сделаем убегать. Но на машинах тоже прикольно. Все гоняют, у нас тут гонки. Эй, ты чё в дырку не падаешь? Ого! А я думаю, чё мне FPS садится? Ой, я убил своего. Ой. Что там творится? Ой. Вот это я устроил вахханалию. Так, никто за мной не бежит? Давайте жахнем бомбу ядерную. Пацаны, вы готовы? Надеюсь, не вылетит на рабочий стол никого. Надо эту карту зачистить как-то. Они везде бегут. О, давайте просто жахнем вот в тот дом. Навесиком. А чё я взрыв не вижу? А он есть. Ой, дамажит. Почему они не умерли? Еще раз. Нет, не еще раз. Еще раз. Бум. Вот они живые. Да как? Все просто умирают, сливаются. Они живые.
Подождите, стойте. А давайте этот воздушный удар попробуем жахнуть вот по ним. Может, их и такое не убьет? Давай миниган. Сейчас, 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 пацаны. Бум. Да они все купаются в речке, им все равно, их такое не берет. А давайте проверим. А давайте проверим. Блин, так хочется какую-то бомбу мощную взорвать, но я знаю, что тут всем очень мощная. Мне вот эта, допустим, бомба очень нравится. Пацаны, сейчас будет взрыв. Взрыв! Ну, взрывайся! Вот это мега взрыв! Сейчас должны все умереть. Да как они бегают, я не понимаю. Еще и пугает меня. Ну что, ребята, мега взрыв еще одной бомбы. Бум. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.